Что, добрый день, значит, мы начинаем весеннюю сессию, да, нашей школы психофизиологии, пытаться психофизиологии. Да, в принципе, в осенний семестр мы много раз достаточно встречались, да, охватили достаточно большой такой объем частных вопросов, да, это нейронные сети и про всякие остальные частные темы. Вот, значит, сегодня Полина проведет вам лекцию, а в дальнейшем, да, вот можно подумать, куда нам дальше двигаться. Есть несколько вариантов. В принципе, можно походить по лабораториям, да, и здесь в МГУ, и, может быть, в других институтах, да, и, может быть, более так практически познакомиться. Вот, а сегодня, соответственно, студентка нашей кафедры психофизиологии Полина Кривых прочитает лекцию под названием «Очевидно, нейроэнергия». Вот, и расскажет некоторые такие общие интересные моменты, да, о неких форматах занятия наукой, психологии, психофизиологии, да, какие-то есть подводные камни, интересные моменты, да, то есть некий даст такой советы, некоторые подсказки, как можно двигаться, соответственно, по этой научной стратегии. Так что предоставляю вам слово. Спасибо, Андрей Александрович. Я сразу скажу, что психологи не дают советов, поэтому я буду рассказывать истории. Это, наверное, самое главное, что нужно сказать. Поскольку у нас такая милая камерная атмосфера, я думаю, что давайте договоримся, что если есть какие-то вопросы, то вы задаете их сразу по ходу, просто как-то машете мне рукой, я их увижу. Я обязательно постараюсь остановиться и ответить. Потому что гораздо проще будет ответить на вопрос в контексте, чем потом его записывать, возвращаться и так далее. Я хочу сказать, что вообще эта тема пришла ко мне, потому что я довольно рано окунулась в науку сама. Меня совершенно случайно в конце 10 класса занесло в настоящую биологическую, правда, лабораторию, и получилось, что вот как некоторых детей учат плавать, бросая их в воду, так меня жизнь бросила в суровую научную атмосферу, показав, как это здорово. И я хочу всем этим поделиться, но самое главное, я хочу рассказать о тех моментах, которые очень здорово узнать, когда ты еще довольно молодой, когда ты еще только делаешь первые шаги, и тогда ты понимаешь, как двигаться дальше, и можешь продвигаться гораздо быстрее и увереннее, чем если пытаешься все узнать сам. Наш план сегодня будет такой. У нас будет маленькая разминочка «Что, где, когда?», «Что исследовать?», «Где искать источники?» и «Когда и как подавать тезис на конференцию?». Я выделила эти три основные темы как самые главные, самые важные и как вызывающие максимальное количество вопросов у всех, кто когда-либо сталкивался с идеей, что я хочу в науку, а вот как это делать, что делать. Ну, начнем с темы исследований. Довольно часто, особенно если вы на младших курсах, и вы не успели найти себе научного руководителя или только пытаетесь еще найти научного руководителя, вы выглядите примерно как ослика, который сидит на берегу пруда и такой: что мне исследовать, какую тему мне взять, чем мне заняться, что вообще происходит. Потому что всегда хочется взять какую-то тему, которая была бы, во-первых, тебе интересна, а во-вторых, которая была бы не мертворожденной, то есть какую-то идею, которую интересно будет развивать дальше, на которой будет интересно работать. У вас бывали уже такие ситуации? Вот у меня в начале третьего курса я была таким вот осликом, а у вас были? Андрей Александрович, у вас бывали в вашей научной карьере? Много раз, да. Мне кажется, все ученые время от времени проходят период ослика я. И вы не поверите, у меня есть ответ, что делать. Прям очень жестко. Самый главный источник идей – это, как ни удивительно, научные статьи в высоко рецензируемых журналах. И дело в том, что действительно, если вы читаете статьи, особенно новые, свежие статьи, которые выходят примерно в течение текущего года, то вы понимаете, какие тренды в науке сейчас самые популярные, какие темы сейчас волнуют самое большое количество людей. Ну, как обычно, дыма без огня не бывает. Если что-то всем безумно интересно, то наверняка там есть что копать, есть что исследовать, и, конечно, можно попробовать пойти в эту тему. Можно попробовать пойти другим путем. Например, если у вас есть какая-то тема, которая уже вам интересна, неважно, насколько она широкая или узкая, вы можете попробовать глубже покопать внутрь этой темы и понять, какие же там есть области, какие есть, может быть, подтемы, или, может быть, ваша тема может объединиться с другой темой, и тогда вы можете изучать что-то такое на стыке. В общем, чем глубже вы изучаете что-то, что вы знаете, чем вы уже интересуетесь, вот как раз там на стыке можно найти какую-то новую тему для своих исследований. Ну и, наконец, наверное, самое главное, очень много идей рождается в простом обсуждении. Просто за чашкой чая или в какой-то очень дружелюбной атмосфере. Поэтому, если вы просто будете сидеть дома в одиночестве и читать статьи, это одно дело, да, вы найдете что-то интересное. Но если вы еще поделитесь этим с другими, придете на какой-нибудь journal club
или, например, на какой-нибудь научный семинар, и вы обсудите те идеи, которые вас зацепили, с другими людьми, которых эти идеи тоже зацепили, то возможно, что просто в разговоре вы неожиданно придумаете себе тему, достойную даже диплома или кандидатской докторской диссертации. Я уверена, что можно найти много таких примеров, просто вот если поспрашивать ваших знакомых постарше. Просто спросите, а как вот вы нашли тему для своей работы. Кроме того, есть еще, сейчас посчитаю, сколько их? Шесть классных идей. Откуда же брать идеи, если вам кажется, что просто читать научные статьи – это слишком долго? Здесь все будет строиться на примерах, то есть есть какой-то прием, какая-то идея, и есть какой-то пример того, как эта идея реализовывалась. Я буду приводить большинство примеров все-таки из психологии и из биографии Стернберга, который сейчас является главой Американской психологической ассоциации. Это не потому, что я его люблю, просто он написал очень хорошую подробную автобиографию, из которой можно выделить много классных примеров. Первая идея – что делать, если вы не знаете, что же вам исследовать. Нужно попробовать понаблюдать за поведением других людей, которые кажутся вам любопытным. Ну, то есть всегда бывает такое, что вы идете по улице или сидите на баре и понимаете, что вот тот человек ведет себя довольно любопытно. Вот интересно, почему он так себя ведет, что же с ним происходит, чем он руководствуется. Вот хороший пример. Стернберг заметил, что у него на работе все время люди оказываются вовлеченными в какие-то конфликты. То есть они постоянно друг с другом борются, противодействуют. Ну что удивительно, один из его начальников всегда старался гасить конфликты и найти какое-то компромиссное решение. А другой его начальник постоянно старался, наоборот, усилить конфликт и не стоять на своей точке зрения, чтобы только она была единственной правильной и верной. И вот Стэнберг понаблюдал за этим полгода и разработал теорию стилей конфликта, которых выделил 7, это 7 разных стратегий. И потом он написал об этом огромные работы, которые сейчас довольно высоко цитируются, очень популярны. Оказалось бы, вся идея родилась просто из того, что он сидел на заседании, ему было скучно слушать, как все в очередной раз ругаются. Вторая идея. Можно понаблюдать за своим поведением, которое кажется вам интересным. Ну вот для девочек, наверное, актуальный пример. Периодически мы влюбляемся в каких-то людей, которые кажутся нам, ну, неподходящими объектами для влюбленности, но мы ничего не можем с собой поделать и влюбляемся. Вот того же Стэнберга произошла на 4-м курсе такая же история. Он постоянно влюблялся в не тех девушек, которые его откровенно динамили. И как истинный ученый он разработал теорию истории любви. Да, такое тоже бывает. Собственно, мы плавно перетекаем в третий момент. Любовь почти все психологи относят к самым необъяснимым паттернам поведения, которые можно довольно часто наблюдать, в том числе и у себя. И Стернберг разработал теорию истории любви. Он считал, что каждая влюбленность на самом деле движется по одному из трех сценариев. Сценарий войны, сценарий бизнес-сотрудничества и сценарий сказочной истории. И люди остаются вместе, если у них эти сценарии совпадают. То есть, например, если им парень и девушка воспринимают себя по сценарию войны, то есть они должны сражаться вместе и преодолевать препятствия, то они останутся вместе и будут жить вместе. Или наоборот, если они воспринимают друг друга больше как партнеров по работе, то тоже у них получится слаженная работа. Но если у двух людей, несмотря на их полное сходство, все-таки разные стили восприятия любви, например, девушка мечтает о принце на белом коне, а парень ищет себе бизнес-партнера, который будет поддерживать его по ночам, когда он будет дописывать всякие гранты и заявки, то, возможно, у них ничего не получится. Ну, Стернберг славится тем, что он больше высказывает какие-то теории, потом пытается проверить их на практике, но, как вы понимаете, нужно собрать огромную выборку, чтобы действительно доказать теорию любовных историй, поэтому это скорее не лазерпление. Следующий способ, как можно придумать себе идею для научного исследования, это замечательный вопрос «что дальше?». Дело в том, что в науке на самом деле нет ни одного завершенного исследования. Ну или есть, но их минимальное количество. То есть любое исследование, каким бы сложным и законченным оно ни казалось, всегда можно продолжить дальше, придумать, что же сделать дальше, что проверить. Если вдруг неожиданно вам удалось, или вашему научному руководителю удалось сделать окончательно завершенное исследование, это, с одной стороны, очень замечательное чувство, потому что, вау, мы закончили тему, мы проработали целый момент в науке, но при этом вам нужно искать новую тему для изучения, потому что это закрыто, вы здесь все исчерпали. И получается, что всегда, когда вы читаете какие-то научные исследования, те же самые статьи, периодически можно задавать себе вопрос, а что дальше?
вот что можно было сделать дальше, какие исследования провести, что уточнить, что добавить к этой статье, к этому исследованию, чтобы и из таких добавлений на самом деле может родиться свое новое и полноценное исследование. Дальше мой любимый момент – попробовать перевернуть все с ног на голову. Кажется парадоксальным, но очень действенный работающий метод. Работающий века с 15-16-го. Ведь раньше все считали, что Земля плоская. Потом появился человек, который решил перевернуть все с ног на голову и говорит, нет, о чем? Земля круглая. То же самое с гелиоцентрической системой, что Солнце находится в середине Вселенной, в середине галактики, в то время как на самом деле раньше думали, что это Земля, и Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. То есть всегда, когда вы встречаете какую-то идею, можно попробовать повертеть ее с разных сторон. Подумать, а вдруг все наоборот? Вот вдруг все не так. И поскольку в науке считается, что доказано, что правдива та теория, которая на данный момент имеет самую большую доказательную базу, кто знает, вдруг ваша перевернутая теория на самом деле может собрать больше доказательств и лучше описывать нашу реальность, чем та, которая существует сейчас. И еще одна замечательная история. Можно вернуться к старым и забытым идеям, потому что на самом деле довольно часто они оказываются не такими старыми, как кажется. Здесь могу привести личный пример. Есть шляпная история Бэггетта, это эксперимент, который провели в 50-е годы. И Бэггетта интересовало то, как быстро люди забывают визуальные образы. Он показывал людям комикс из нескольких картинок, потом давал им минуту отдохнуть, и после этого снова показывал эти же картинки, добавлял несколько похожих по сюжету, но которые изначально не показывал. И что интересно, 90% людей на каждую из картинок отвечали, что они ее видели, хотя Бэггетт знал, что он подложил несколько лишних. Казалось бы, очень старые исследования, 50-е годы, и вроде бы все понятно, да, люди ошибаются, люди не узнают визуальные стимулы так, как они могут. Но дело в том, что наука развивается, у нас появляются новые методы. И вот, например, одно из моих последних исследований – это, по сути, шляпная история Бэггетта, но только совмещенная с айтрекером, потому что во времена Бэггетта ничего даже похожего близко на айтрекер не было. И вот так вот из синтеза новых технологий, новых методов науки и каких-то старых идей, которые можно перепроверить, передумать, тоже может родиться новое интересное исследование. И, наконец, наверное, самый главный посыл, который достоин отдельного слайда. Если у вас возникает какая-то идея для научного исследования, ее нужно записать. Можно завести какой-то блокнотик для идеи или какой-нибудь файл на компьютере. Но поверьте, если возникает идея, нужно записать ее. Неважно, когда вы к ней вернетесь. Может быть, через 10 лет, может быть, буквально через неделю. Но если у вас будет этот файл, вы будете или какой-то блокнот, вы будете понимать, что у вас возникают идеи, и всегда сможете к ним вернуться в момент какого-то кризиса, когда не будете знать, что вы хотите исследовать. Теперь важный момент. Допустим, у вас есть идея. Вот вы придумали, что же вы хотите исследовать. Вы сформулировали гипотезу, но нужно как-то понять, насколько эта идея хорошая. Она только кажется хорошей, потому что она вам нравится, или она действительно хорошая, и она достойна исследования. Вот можно последовать вот такому чек-листу. Самая главная идея не должна противоречить сама себе. То есть высказанная гипотеза должна быть четкой, логичной и не противоречивой. Второе. Ваша гипотеза, ваше исследование должно быть проводимым, должно подвергаться эмпирической проверке. Если, например, вы захотите изучить, как люди чувствуют себя на Марсе, вы не сможете этого сделать, потому что мы еще не долетели до Марса. И вы не сможете взять ближайший билет на ракету Земля-Марс и прилететь туда со стопкой распечатанных опросников. Так что такое исследование было бы не подвергалось эмпирической проверке. Собственно, этот же вопрос про Марс применим к наличию необходимых ресурсов. Вы не можете провести исследование какой-то очень хорошей идеи и проверить, если у вас нет необходимых средств. Например, довольно сложно зафиксировать, что происходит в мозге человека, если он активно двигается. Например, нет снимков мозга, снимков МРТ человека, который занимается зарядкой, просто потому что МРТ как метод требует неподвижности. Если вдруг вы захотите исследовать что-то похожее, то вам придется или разрабатывать какой-то свой новый метод, и это тоже само по себе замечательно и интересно. Или же вам придется как-то переформулировать свою гипотезу, чтобы вы могли исследовать ее и доказать теми методами, которые есть у вас сейчас. Новизна. Золотое правило науки – не изобретайте велосипед. Ваша идея должна быть новой. Неважно, на сколько процентов новой, но она должна внести какой-то вклад в общечеловеческое знание.
нет смысла просто перепроверять какие-то старые гипотезы, если вы не вносите в них ничего нового. Если вы берете новые методы и таким образом заново передоказываете гипотезу, это одно дело. Вы вносите новый вклад, потому что используете новый инструмент. Если же вы просто повторяете эксперимент заново, и это не входит в большой лонгитюд, то есть исследование, которое проводится постепенно с интервалом несколько десятков лет или просто несколько лет, то это не очень ново, а просто реплика какого-то уже проведенного эксперимента. Еще ваша идея, ваша гипотеза должна каким-то образом соотноситься с другими теориями, которые существуют в науке. Она не может существовать в вакууме. И если ваша идея соответствует какой-то научной теории и сформулирована в ее рамках, то она не должна ей противоречить. Или же наоборот, если вы перевернули все с ног на голову, и ваша гипотеза на самом деле полностью противоречит всем существующим теориям, то вы должны уметь объяснить, почему. Почему вы решили именно так, и что вы хотите проверить. То есть вы всегда должны обосновать противоречивость другим теориям. Довольно важный момент еще то, что вам должна нравиться ваша идея. Вам должно быть интересно ей заниматься. Вам должно нравиться то, что вы делаете. Иначе, если этого не будет, рано или поздно вы станете относиться к своей работе спустя рукава, вам не будет интересно то, что вы делаете. И в итоге идея замнется, и вы не доведете даже хорошую идею до конца. Такое, к сожалению, очень часто случается. Еще важно понимать, чем же ваша идея ценна. Потому что всегда, когда у вас есть какая-то идея исследования, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вы будете искать финансирование на проведение своих экспериментов и исследований. Для того, чтобы доказать другим, почему ваша идея интересна, и почему она достойна проверки, почему нужно проводить исследования, которые будут проверять вашу гипотезу, всегда нужно уметь для себя сказать, а почему это важно, почему это интересно, почему это нужно делать. Ну и, наконец, такой напоследок совет от Ослика и А. Нужно формулировать идеи правильного цвета и размера. Может быть, разный масштаб идей. Например, если вам вдруг захотелось проверить, как 5-летние дети амбидекстера реагируют на развод родителей, это немного узкая тема. И, конечно, она может внести свой вклад в знания о человеке, но очень узкий и непонятно, как его применять. И бывают слишком широкие темы. Например, если вы решите, что уровень счастья зависит от возраста, тогда вам нужно будет опросить примерно все население Земли, сделать корреляцию с возрастом. Здесь вы упрётесь, во-первых, в то, что у вас недостаточный метод, у вас недостаточной возможности, чтобы сделать это действительно эмпирическим. А во-вторых, это слишком масштабная идея. И даже если вы что-то узнаете, это все равно будет одна идея, слишком общая и глобальная, чтобы к чему-нибудь ее применять. Давайте пойдем дальше. Вот представим, что вы придумали свою идею. Но что же делать дальше? Нужно понять, что уже сказано по этой теме, и нужно разобраться, как же ее изучать и куда двигаться дальше. Для этого нужно найти статьи, найти источники, в которых об этом рассказывается. Ну вот вы уже искали источники для своей курсовой, я думаю. Я надеюсь, что сейчас апрель, нет, март, чума. Я думаю, все уже как-то задумались над тем, что источники надо искать. Ну, начнем с того, что сейчас очень популярен научпоп. То есть, действительно, статьи, которые пишут ученые или научные журналисты, и они стараются осветить те научные статьи, которые печатают в серьезных журналах, но рассказать их немного проще. Есть хороший научпоп, есть плохой научпоп. В хорошем научпопе всегда важен автор и ссылки в конце. Обычно, если вы хотите найти литературу по какой-то теме, вы можете найти популярную статью по этой же теме и просто посмотреть ссылки в конце. Или даже прочесть саму статью, чтобы получить какое-то общее представление о том, что происходит в этой области. И нужно еще всегда смотреть на автора такой статьи, потому что есть довольно известные научные журналисты, и все уверены в качестве тех статей, которые они пишут. Все уверены в том, что они правильно поняли оригинальную научную статью и смогли пересказать ее без каких-то потерь информации, вот как в комиксе на слайде. Есть, к сожалению, плохой научпоп, в котором в конце нет ссылок на использованные источники, их непонятно, кто написал. И вот если на хороший научпоп можно более-менее ориентироваться даже при написании научной работы, просто для поиска источников, то вот на плохой научпоп ориентироваться не надо. Вот это, наверное, самый ценный слайд сегодняшней презентации. Это 5 баз данных для психологов. Ну, 5 скорее и для психологов, и для медиков. Первые 4 исключительно для психологов.
все вместе эти четыре базы данных охватывают все статьи, которые существуют в открытом доступе. И если вам нужна какая-то статья, то я советую первым делом попробовать найти ее вот в этих четырех базах данных. Ну и потом попробовать пятый, потому что в базу PubMed загружают довольно много статей как по психологии, так и по смежным областям. То есть neuroscience или какая-нибудь психология на стыке с медициной, вот это все окажется в PubMed. Вот. Ну и немножко можно прокомментировать. Первые две базы данных больше относятся к психологии образования и педагогической психологии. А G-Store и PsyInfo охватывают вообще все сферы психологии, то есть если вы не уверены, где искать, нужно начинать с этих двух. И главный вопрос, наверное, с которым вы уже сталкивались, довольно часто непонятно, где искать полный текст научной статьи. Потому что действительно, какие-то статьи есть в открытом доступе, совсем открытом. А какие-то статьи существуют только в доступе по подписке. Чаще всего институт или лаборатория подписывается на какой-то научный журнал и после этого получает полную электронную версию всего журнала и может прочесть оттуда статьи. Довольно большое количество статей выкладывается через какое-то время в базу Google Scholar, которая вот здесь изображена на слайде. А если вы вдруг не смогли найти статью в предыдущих базах данных, или вам хочется попробовать сразу задать широкий поиск по ключевым словам и не искать конкретную статью, то Google Scholar, наверное, самый лучший вариант, который можно использовать. Кроме того, очень удобная схема — это гуляние по ссылкам. Например, если у вас есть какая-то тема, и вы хотите разобраться, какие важные работы были сделаны в этой области и о чем они говорят, то вы ищете какой-нибудь максимально свежий обзор в английском ревью, и пытаетесь понять, какие же ссылки там цитируются, какие ссылки находятся в конце. Это гуляние по ссылкам вниз, то есть вы берете статью и смотрите, какие ссылки она цитировала. Или вы можете пойти другим путем и посмотреть, какие другие статьи цитировали тот обзор, который вы сейчас читаете. Таким образом, у вас получится определенный круг статей, которые все посвящены более-менее той теме, о которой вы ищете информацию. Наконец, представьте, вы придумали идею для исследования, вы сформулировали свою идею, вы даже нашли информацию, нашли источники, нашли научные статьи о том, обо всей этой области. И что же делать? Нужно полностью следовать плану исследования, чтобы все получилось. Ну вот идею вы придумали, а после этого важно выделить эксперименты. Вы будете подробнее об этом говорить на курсе математической статистики или, может быть, уже говорили. Есть независимые переменные и зависимые переменные. Независимые переменные — это все те условия, которые вы можете как-то менять. Зависимые переменные — это те данные, которые вы получаете в результате эксперимента. И в любом исследовании вы ищете связь между независимыми переменными, которыми вы можете управлять, и между зависимыми переменными, результаты которых вы получаете. И очень важно, как только вы определились с переменными, понять, каким образом вы будете обрабатывать данные. Опять же, какой из методов анализа вы будете использовать? Будет ваш анализ качественным или количественным? Какие методы математической статистики вы будете использовать? Потому что если вы не продумаете это заранее, до эксперимента, то после проведения эксперимента вы можете столкнуться с тем, что у вас есть данные, но их недостаточно для того, чтобы провести анализ. И по сути придется весь эксперимент переделывать заново. После того, как вы определились, как обрабатывать данные, можно приступать к эксперименту, собирать выборку, определить размер, собрать выборку. После этого вот здесь такой мой любимый пункт со звездочкой. По-хорошему нужно получить разрешение этического комитета. Но обычно все-таки в нашей стране разрешение этического комитета получают именно на опытах, которые могут потенциально принести, ну даже не вред, которые могут как-то потенциально повлиять на того, кто в них участвует. Например, этически в своих исследованиях сайт-трекеров я могу не брать письменное разрешение о том, что человек согласен участвовать в эксперименте, просто потому что это как поход к врачу, это фиксация физиологических данных, и человек никак ничего не испытывает при этом. Но в то же время, если вы планируете какое-то серьезное масштабное исследование, то важно все равно помнить про этот момент и как-то его для себя проработать. После того, как вот все провели, собрали выборку, можно наконец-то обрабатывать данные и публиковаться, как-то формулировать свои результаты и писать. Я думаю, что для нас всех самый актуальный вид представления своих результатов эксперимента — это тезисы, которые мы пишем на конференцию.
тезис на конференцию, на самом деле, это довольно классическая вещь, но очень часто научные руководители считают, что это слишком обычно, слишком банально. Они просто говорят, ну вот напиши тезис на конференцию, все же понятно. Вот я хочу прояснить, что есть довольно четкая структура, которую можно использовать всегда, когда вы пишете тезисы, независимо от того, в какой области науки вы провели исследование. Сначала вы всегда формулируете название вашего исследования, вашего эксперимента. После этого всегда важно указать автора или авторов и указать, в каком университете, институте было проведено исследование. И также указать контакты. Это довольно важный момент, потому что бывает такое, что если вашей работой кто-то заинтересовался и хочет предложить вам коллаборацию, сотрудничество, или просто ему интересно более подробно узнать, как именно вы проводили эксперимент, подробнее, чем вы описали в тезисах, то если вы укажете свой e-mail, то вам напишут письмо. А если вы не укажете никаких контактов, то даже если человек будет очень хотеть с вами связаться, он никак не сможет это сделать. После этого нужно написать введение, то есть объяснить всем остальным, в какой парадигме вы думали, как именно вы формулировали свое исследование и как ваше исследование, как кусочек пазла, вставляется в общую картину научного знания. Потому что вы об этом знаете, а те, кто считает ваши тезисы, нет. Нужно им об этом рассказать. После этого обычно описывается метод. Метод — это такое собирательное понятие, которое включает в себя описание всего проведения эксперимента. То есть, как вы подбирали испытуемых, сколько у вас было испытуемых, сколько им было лет, какого они пола, какое соотношение полов, возраст, средний возраст. Описать сам дизайн исследования. То есть, как именно пошагово проводили эксперимент, какое оборудование вы можете использовать, какие программы для обработки данных. Ну и здесь же важно прописать те зависимые и независимые переменные, которые вы выделили, потому что это самая главная составляющая вашего эксперимента. После этого вы описываете, как вы обрабатывали данные, опять же, и какие программы, и какие математические методы вы использовали, потому что это такой критерий надежности. Все научное сообщество максимально тщательно читает именно секцию обработки данных. И если вы можете правильно и хорошо прописать, какие именно методы вы использовали, то ваша работа вызовет доверие. Если вы просто напишете сразу результаты, то это будет довольно странно и непонятно, как же вы их получили. После этого как раз вы пишете результаты, уже после обработки данных. И после этого в некоторых тезисах или статьях, в тезисах не всегда, в научных статьях всегда есть раздел обсуждения или discussion по-английски. Обсуждение — это тот самый раздел, где вы формулируете, что еще можно сделать с вашим исследованием. Как оно противоречит или, наоборот, согласуется с предыдущими исследованиями, проведенными по этой теме. Что вы, может быть, не доделали или сделали плохо? Например, у вас была маленькая выборка. Или вы поняли, что у вас есть какая-то дополнительная переменная, которая влияет на ход вашего эксперимента слишком поздно. Возможно, ваши результаты на самом деле не настолько чистые. По-хорошему, нужно весь эксперимент переделать с учетом этой новой переменной. И после этого обсуждения идет уже такие формальности, это библиография, то есть список использованной литературы и приложения. В приложение обычно вставляют очень большие таблицы, если у вас получились данные в виде табличек цифр, или какие-то рисунки. Но это уже зависит от того, куда вы пишете статью или куда вы пишете тезисы, то есть тут нужно внимательно читать требования конференции или журнала, потому что какие-то журналы всегда просят ставить все картинки и все данные в приложение. Некоторые конференции, наоборот, просят вставлять все картинки и все данные внутрь текста, чтобы было понятно, к какой части текста они относятся. И, наконец, в последнее время, последние, наверное, лет 5, на всех научных конференциях стала довольно популярна идея постер-сессий. Вот вы сталкивались с таким уже? Или бывало, нет? Можете как-нибудь? Бывало, вот. Довольно необычный выглядит, особенно если ты приходишь сюда первый раз и не понимаешь, что происходит. Идея постер-сессии довольно милая сама по себе, потому что это сжатый вариант устных докладов. И в отличие от обычной конференции, когда ты сидишь на секции и слушаешь подряд доклад за докладом, доклад за докладом, на постер-сессии ты можешь сам выбирать, какие доклады ты хочешь послушать. То есть каждый человек стоит рядом со своим постером, на котором он распечатывает самое главное из своего исследования. Обычно это как раз вот картинки, какие-то результаты, которые он может показать, и небольшое введение, чтобы каждый подошедший мог понять, о чем примерно это исследование, и уже решить, интересно ему про это слушать или нет. И
И на постер-сессии каждый человек стоит у своего постера и рассказывает всем о том, что же он исследовал, зачем он это исследовал. И, наверное, самое милое, что бывает на всех постер-сессиях, это то, что на них всегда видно, кому нравится их исследование, кто с восторгом и энтузиазмом рассказывает, а вот я тут сделал вот такую классную штуку. И всегда видно людей, которые не понимают, что они тут делают, они потерянно стоят около своих постеров и делают вид, что на самом деле их вообще почти не существует, но они зачем-то тут есть. Я думаю, пришло время вопросов, я надеюсь, что они возникнут, я постараюсь на все ответить. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Давай. Он довольно глупый, но тем не менее. У меня было в анонсе написано, что глупых вопросов не бывает. Хотела узнать твою любимую научпоп книгу. Вот какая книга на тебя повлияла, как на ученого больше всего? Если есть такая вообще. Я поняла тебя. Отличный вопрос. Но смотри, я не могу выбрать одну любимую, одну, которую. Ну смотри, есть довольно хорошая серия научно-популярных книг, которая издавалась под эгидой фонда «Династия». У них такая красивая черная стильная обложка. Они выбирали очень качественных переводчиков, выбирали самые жемчужины зарубежных научно-популярных книг и переводили их на русский. Вот среди них, самый первый, я прочла книжку Криса Фрита. «Мозг и душа». Да, ее переводят «Мозг и душа». На самом деле по-английски она звучит гораздо круче, «Meaty Mind». Еще в этой же серии лет 5 назад вышла книга Эльды Картер «Как устроен мозг». Вот, наверное, вот эти две мои любимые. Но я постепенно читаю все книги из этой серии, и пока не все нравятся мне примерно одинаково. Спасибо. Пожалуйста. Это вопрос был или рука? Не стесняйтесь, спрашивайте там все. Пока исчерпываю еще. Вот те ресурсы, ну, информации, где статьи искать. Mm-hmm. Да. А там все спокойно, то есть все открыто. Просто все же сталкиваюсь с какими-то, типа, закрыты, сделайте то, сделайте все. Это раздражает. А там как? Там все нормально? Вот смотри, да, в том-то и дело, что вот эти 5 баз данных, они абсолютно открыты. То есть ты заходишь на сайт любого из этих баз, и ты можешь знать себе очень подробный расширенный поиск. То есть выделить ключевые слова, по которым ты хочешь искать. Или попробовать найти на этом сайте абсолютно конкретную статью, которая тебе нужна. И вот все, что есть в этих базах данных, они довольно обширные, это все открыто. Все без регистрации смс. Просто заходишь и находишь статью. Хорошо. Вот. Ну, если ты вдруг не нашла в этих базах данных, то нужно проверить Google Scholar. Потому что Google Scholar периодически выкладывают статьи, которых изначально не было в открытом доступе, но потом по прошествии какого-то времени издательство или редакция журнала решает выложить статьи в открытый доступ. А это то же самое, что в Google Академии? Да, это одно и то же. Да, то есть Google Scholar — это как проект в рамках Google Академии. Хорошо. Давай. Как ты считаешь, если исследование, которым ты занимался, перестало тебя интересовать в какой-то момент, то есть ли смысл перешибнуть через себя и закончить, например, или наоборот, лучше бросить начатое и начать что-то, что тебе действительно интересно именно сейчас? Поняла тебя. Ну смотри, опять же, как настоящий психолог мне нельзя давать советов. Я могу сказать, что бы я сделала в этой ситуации. Лично я считаю, что нельзя бросать какие-то вещи на полпути, но можно постараться найти что-то, что снова тебя вдохновит этим заниматься. Довольно часто бывает такое, что ты долго и долго делаешь какой-то проект, в какой-то момент руки просто опускаются. Но если сесть, задуматься и найти как что-то новое в этом проекте, что-то, что снова тебя вдохновляет, то проект можно продолжать. У меня вот такой личный вопрос больше, чем один. А ты с детства хотела быть психологом или нет? Ну, просто говорила, что была в биологической школе, в биологической лаборатории, но ты уж не психофила, почему-то. Вот мой любимый вопрос, наверное, за последние 4 года. Смотри, это все довольно сложно. То есть, с одной стороны, я изучаю психологию, но мы тут на школе любим психофизиолога, и психофизиология — это максимально близкая к биологии, максимально точная, надежная область психологии. И я поступала одновременно и на психфак, и на биофак. По-моему, даже прошла туда и туда, я не помню. Я просто понимаю, что человек мне интереснее, чем животное.
тебя такой. А это вообще как? Спасибо. Вот. Спасибо, интересный вопрос. Еще вопросы? Я думаю. Человек интереснее, чем животное, но получается, что сейчас все самое новое приходит к тому, что как бы человек почти животное, вижу животное. То есть и такое. Знаешь, вот у нас сейчас гуляет шутейка про редукционизм, это прям такой отдельный лимасик, про сведение человека к животному. Но я отвечала скорее в том, кто является объектом исследования. То есть, например, если ты психолог, да, если ты психофизиолог, ты все-таки исследуешь людей. Или ты исследуешь реакции животных с целью перенести их на человека. Ну, такое отличается как раз и психологии, психофизиологии и биологии. А если ты вот чистый биолог, то довольно часто ты пытаешься исследовать животных ради исследования животных. То есть твои результаты нельзя перенести дальше на человека. Ну, например, все эти биологи, которые ездят в полевые экспедиции и анализируют гнездование птиц. Ты никак не можешь перенестись даже на человека, да, но это очень весело и интересно. А как же ВНДшники и прочее? Ну, да, я поняла, ну смотри, ну я же говорю, что все биологи обязательно работают над результатами, которые не переносимы человека. Да, конечно, кафедра ВНД максимально близка именно к изучению человека, изучению мозга. И, собственно, если бы я поступала на биофак, я бы пошла туда. Примерно так. Как у нас вот выбрать нейропсихологию или психофизиологию? Отвечаю, ощущение, что на первом да, ощущение, что почти они не тем же занимаются, и только на нейро стопорятся на ури и вот все. А по сути, что одно и то же получилось. Смотри, я поняла себя. Наверное, я вот помнишь, я назвала Машу две свои любимые научно-популярные книжки. Как раз «Кризис мозга душа» и «Рита Картер. Как устроен мозг». Вот «Рита Картер» — это нейропсихология, а «Крис Фрид» — это психофизиология. Вот прям довольно четко. То есть можно попробовать прочесть эти книги. Разный взгляд на... Да, потому что в нейропсихологии и в книжке «Рита Картер» гораздо больше акцент ставится именно четко на изучение мозга, на локализацию функций, на какое-то изучение разных регионов мозга, на то, как они между собой взаимосвязаны, как они за что отвечают. А именно психофизиология все-таки довольно близка к психологии, то есть идет изучение мозга в рамках рассмотрения каких-то устройств когнитивных процессов. Ну, тоже память, внимание, восприятие. Если можно, маленькое дополнение, да, все-таки на самом деле самое большое различие между нейропсихологией и психологией — это приборы. Да, нейропсихологи это психологи, да, используют тестирование, нейропсихологическое тестирование, не используют там томограф, осциллограф и так далее, да, чтобы как-то связать какую-то психическую функцию и мозг. Да, а психофизиологи обязательно используют прибор, вообще говоря. То есть один и тот же объект мозга, да, но способы исследования мозга немножко разные, приборные или не приборные. Да, не понимаю, зачем это разделять, если как бы объект-то один. Нет, ну на самом деле есть один объект мозга, да, есть понятие нейронауки. Нейронаук там уже 30, 40, 50 или даже 100, да. То есть есть очень много разных наук, нейрохимия, нейроанатомия, нейрогенетика и много-много чего, что изучает один и тот же мозг. В каком-то смысле это можно назвать единой нейронаукой, наверное, даже, да. Просто нету таких единых нейроученых, потому что это слишком сложно охватить за одну жизнь, да, вот, узнать все эти науки, они очень достаточно специализированные, скажем. Да? Вот, так что в рамках... при этом-то ограничивались вот так вот все, типа, ой, я психофизиолог, мне надо тестом исследовать, но нет, я не буду, это уже другое. Ну, смотри, настоящие науки, на самом деле, границы не настолько четкие. То есть, если ты психофизиолог, это не значит, что ты отбрасываешь тесты и говоришь, что нет, я не буду их использовать. Точно так же, если ты нейропсихолог, ты можешь все равно исследовать какие-то, именно какое-то оборудование, чтобы исследовать мозг. То есть граница в том, что кто обычно исследует, при этом никто не мешает себе условно специализироваться на обоих направлениях, как, собственно, пытаюсь сделать я и как у тебя, знаю, сделал Андрей Александрович. Это как бы совершенно нет такого запрета на использование и тех методов, скажем так, да? В принципе, это действительно про одно и то же, как разные психические функции, связанные с мозгом, да? То есть действительно были такие прецеденты, и в свое время даже вот основатель нейропсихологии
Сара Мачелуля, да, основатель нашей кафедры Николай Соколов, они тоже, вообще говоря, вместе взаимодействуют. В то время Соколов был профессором на кафедре Луля. Вот, и вообще говоря, с тех еще времен, с 60-70-х годов, тянутся некоторые вот такие форматы, вообще говоря, взаимодействия. Да? То есть в идеале, конечно, да, если там будет владеть энергия, психология, психофизиология, это очень сильно увеличит ваши возможности, научные, практические, скажем так. Да? Вот, так что это как бы вопрос такого более стиля, жанра, да? Может, как бы можно совмещать в большей пропорции то или то, скажем так. В общем, это все нейронаука, вообще говоря. И любой нейропсихолог, и любой психофизиолог, в принципе, это нейроученые, и в принципе они владеют некоторым общим таким багажом, общим пониманием, какие есть вообще теории о работе мозга, о работе психики. Да? Но вот с точки зрения методики они немножко подходят по-разному. Вот, так что если мы вам прояснили, да, момент. Может, они добавят еще своего опыта. Мне кажется, дело еще в этом дихотомии объекта и предмета исследования. Что, смотри, у тебя есть объект исследования, да, мы с ним обсуждали, что это мозг. А предмет исследования – это то, как ты смотришь на объект. То, как та теория или та область науки, в которой ты существуешь, в которой ты проводишь исследования, влияет на твое восприятие объекта. То есть, например, патологоанатом воспринимает мозг как часть тела. И все, его больше ничего в мозге не интересует. Например, нейропсихолог будет воспринимать мозг как набор клеток, осуществляющих определенные функции. Психофизиолога будет больше интересовать именно комбинации нейронов, то, как они между собой взаимосвязаны. То есть ты будешь ставить разные акценты в одном и том же объекте. Все-таки я бы тоже немножко дополнил вот, отличие нейропсихолога и психофизиолога, да, все-таки нейропсихолог это в какой-то степени все-таки больше психолог, да, то есть как бы вот он идет от лурисской концепции высшей психической функции, да, как бы и под эти вот высшей психической функции ищет какие-то механизмы на нейронном уровне, это больше, скажем так, даже сверхфункции, да, а психофизиолог это, конечно, в большей степени биолог, он в большей степени будет идти снизу, да, он больше будет идти от нейрохимии, от нейрогенетики, от этого отдельного нейрона, да, и из этих отдельных нейронов будет складывать там, какие-то нейросети, которые реализуют психические функции. То есть немножко разные оценка, так сверху или снизу. Хотя, конечно, это условно, это просто разные познавательные стратегии, да, как это лучше знать, но все-таки некоторые такие различия. И на самом деле еще есть некоторые отличия нейропсихологии и психофизиологии. Да, нейропсихология, она более клинически ориентирована. Да, то есть изначально это вот, Лури создавал нейропсихологию локальных поражений. Нет, психофизиология сейчас тоже, в общем-то, очень активно работает с клиникой, да, очень активно вообще говоря, да. Но нейропсихология все-таки в основном работает с клиникой, да, психофизиология работает совсем, скажем так. И еще один тоже существенный аспект нейропсихологии, существенный момент отличия нейропсихологии и психофизиологии – это работа с животными. Да? Нейропсихологи, в принципе, не работают с животными. Да? Это именно как бы работа с человеком. Да? И все тесты, которые нейропсихологи создавали, это именно тесты для работы с человеком. Да? А психофизиологи, ну, в принципе, в равной мере работают. Да, скажем так, и с человеком, и с животным. Да, вот кафедра ВНТ, она в большей степени с животным. Да? Мы там с большей степенью человеком, хотя у нас тоже были много работы на кошках, и на кроликах, и на рыбках, там, и на улитках, и так далее. Да? Вот, то есть, конечно же, чтобы если мы хотим комплексно системно познать связи психики и мозга, да, надо от самых простых нервных систем до самых сложных идти. Да? Потому что очень многие закономерности, выработанные в ходе эволюции, они консервативны. То есть мы на улитке изучили, а как у человека примерно так же работает, скажем так. Да? Вот в этом смысле нейропсихология будет ограничена только человеком. Да? Она, соответственно, не будет лезть вот так глубоко в животный мир и так глубоко на уровне нейронов, там, нейрохимии и так далее. Да? То есть в каком-то даже смысле нейропсихология она более узкая, чем психофизиология. В каком-то смысле. Понятно. То есть с психофизиологией обязательно животных не сможет. Конечно, конечно. Да. В принципе, можно даже только на животных работать, можно брать и животных, и человека, соответственно, это зависит от вашего тела, скажем так. Да? Но вообще говоря, вот эта культура работы с животными, да, она тоже очень такая специфичная, сложная, скажем так. В этом смысле наша кафедра была исторически очень тесно связана с кафедрой ВМД биофак, да, основатель нашей кафедры Соколов. Было очень тесно взаимодействие кафедры ВНД биофака, там очень тесные связи налажены. В каком-то смысле мы наполовину тигры, скажем так. Соответственно, многие сотрудники ВНД биофака считают Соколовым очень тигром, потому что это некая такая очень тесная связь есть. Вот, и в этом смысле мы как бы не только психологи, да, то есть мы психофизиологи, мы психологи, мы часть психологии, но мы как бы обладаем и всем тем корпусом методик, знаем теории, которые есть именно в ВНД и вообще в биологии. Да? В этом смысле мы просто дополняем. И как бы наш как бы, взгляд получается гораздо более широкий, более системный. Да? Мы не системно можем на это дело смотреть. В этом смысле нейропсихология как-то очень логично включается в некая как бы, такая часть. Потому что действительно их предмет уже, чем у нас действительно уже. У нас предмет вообще говоря, объект один и тот же, да, а предмет у нас гораздо шире.
Но в принципе сейчас идет интеграция. Сейчас идет интеграция в рамках единой нейронауки, идет очень мощная интеграция, вообще говоря, всего всем. Мы нейропсихологи очень читают и про животных, и про приборы, мы тоже с удовольствием читаем, потому что кто делает нейропсихологи. В какой-то смысле идет некое такое слияние, в конце концов мы на одном факультете находимся, вообще говоря. Да? И даже вот диссовет, наш диссовет, он и по нейропсихологии, и по психологии, и един. То есть когда люди уже выходят на уровень диссертации, их слушают профессора и нейропсихологи, и психофизиологи. Неважно, это диссертация по нейропсихологии или по психофизиологии, сейчас сам диссертатор состоит из тех и из тех. Так что в этом смысле очень интересная связь. Потому что на самом деле, вот как человек, который работал и с людьми, и с животными, могу честно сказать, что с людьми работать гораздо легче. Ну, в принципе, да. Посиди тут, пожалуйста. Ну да, во-первых, методики, которые разработаны для того, чтобы как-то изучать человека, они тоже разработаны людьми. То есть ты довольно хорошо интуитивно понимаешь, как это применять, и ты чувствуешь себя довольно комфортно, когда к тебе приходит человек испытуемый, и ты можешь ему объяснить, какую методику ты ему даешь, и можешь потом объяснить, что эта методика проверяла и какие она показала результаты. Ну, это понятно. Вот. А когда ты работаешь с животными... Со слоном, да, или не очень? Ну, нет, со слонами никто не работает, основные модели это животные. Вот со слона никто не изучает. Его в таком уровне не засунуть просто. Слишком большой для того. То есть, смотри, обычные модельные организмы – это мухи-дрозофилы, мышки, в некоторых лабораториях это кролики и собаки. Вот основные. Понятно. Про животных обычно говорят, ну, они чем-то на нас похожи, там же есть что-то интересное, но... Нет, мы еще не знаем. Ну, с точки зрения биолога, очень многие процессы, очень многие гены у нас совпадают с обычной лабораторной мышкой, поэтому она самый популярный объект исследований, и поэтому, по-моему, про лабораторных мышей слышали все, даже те, кто не имеет никакого отношения к нам. Вот, то есть действительно на мыши какие-то процессы можно посмотреть, и результаты можно переносить напрямую на человека. Потому что это процессы, регулируемые в организме одними и теми же белками, одними и теми же молекулами. Еще, кстати, момент можно добавить вот про базы. Да? Вот Полина сказала опять базу по психологии. Вообще говоря, есть универсальная база по любым наукам, и называется Global Science Scopus. Это универсальная база, где находятся все хороший журнал, то есть высококачественный журнал, который действительно находится, в котором действительно серьезно подходит к рецензированию статей, да, соответственно, он лучший журнал, там Nature Science, вы все слышали, да, есть журналы лучше, есть журналы хуже, соответственно, вот эти две базы, World Science Scopus, у нас, в принципе, в МГУ, в принципе, во всех других ведущих институтах и вузах, открыт доступ вообще к этим базам. Да? То есть, грубо говоря, если вы нашли какую-то статью, например, через Google Scholar или каким-то другим образом, следует задача, эта статья хорошая или нет, скажем так, потому что много разных бывает статей. Да? Вот, соответственно, если вот эта статья, которую вы нашли по теме вашей курсовой работы, да, входит или в обстоятельстве лексикопа, скорее всего, это достаточно достойная статья, действительно, ее можно читать. А как этим пользоваться? Просто смотрите, у вас есть некая тема, да, ваша курсовая работа. Там есть ключевые слова, скорее всего. Да. Вы это забиваете. Я заходил на скобку, там, да. Ну, смотри, самое главное... Делаете что-то? Конечно, там, где вы что-то делаете. То, что нужно заходить с МГУшным компьютером. То есть МГУ подписан на Scopus и Web of Science. Вот те пять баз, которые я показывала, они свободно открыты, и ты можешь зайти на своего домашнего компьютера. Или, действительно, ты можешь найти какую-то статью в Scopus или Web of Science дома и прийти и загрузить ее с любого МГУшного компьютера, например, с того, за которым ты сейчас сидишь. Потому что этот компьютер находится в системе компьютеров МГУ и поэтому подключен к этим базам. Но из дома не получится. Ну, ясно. То есть, если статья, которую вы нашли, не входит в эту базу, скорее всего, это не очень хорошая статья и не очень стоит на нее ориентироваться. Вот, еще один момент, может быть, Полина не очень так четко сказали, да, про цитирование, да, то есть можно идти там по ссылкам, да, по списку литературы, которая есть в каждой статье, а еще есть такой момент, как число цитирования, да, то есть если вы написали действительно хорошую статью, другие люди будут на вас ссылаться, да, соответственно, вот этот индекс цитирования, некий аналог того, насколько, соответственно, ваша статья известна и популярна, да, и вот если вы ввели ключевые слова, например, по вашей курсовой работе, вам выпали какие-то там статьи, да, в Scopus и Scopus, их можно отранжировать по числу цитирования. Да? То есть, грубо говоря, в первую очередь вас могут интересовать те статьи, которые привлекли большое внимание научного сообщества, на которые было получено много цитирований в рамках вот этих баз, вот Scopus и Scopus. Грубо говоря, вот если вы там нашли статью, которую очень-очень много цитировали, да, скорее всего, вам просто нельзя ее не прочитать. То
есть если вы не прочитаете, да, вы, соответственно, будет полностью не в теме, скажем так, да, и, соответственно, можно дальше проранжировать все остальные статьи вот по этому критерию, да, он на самом деле формальный, да, то есть, конечно, это критерий не отражает того, на самом деле, статья очень хорошая или плохая, да, это чисто, это мода, скажем так, насколько эта статья модная, сколько она, но тем не менее, как бы это некоторый такой момент, который нельзя пропустить, да, то есть вы это прочитали, уже как бы вы более-менее. Да? Ну и дальше, если вы какую-то статью дальше будете писать, да, если она тоже как бы не привлекает никакого внимания, никакие цитирования не получает, то тоже вопрос, почему? Уже иногда можно задуматься, почему ваша статья никого не интересует. Скажем так, то есть это некий такой формат обратной связи в научном сообществе, вам, да, насколько, соответственно, научное сообщество интересует ваши статьи. И вот то, что Полина правильно сказала про некое финансирование, если в дальнейшем развиваться, да, действительно, любая научная работа рано или поздно должна получить некоторое финансирование, какой-то грант, фонда. В принципе, в России эта система развита, то есть действительно мы все подаем заявки, получаем эти гранты, да, вот, и тоже будут смотреть эксперты на уровень цитирования, да, то есть если вы тоже те работы, которые вы публиковали, не цитируются, значит, эксперты будут думать, наверное, действительно хорошее, интересное направление исследования, они могут вам дать денег на это исследование в будущем. Да? То есть, как бы это момент формальный, он несколько сушит, скажем так, творчество, скажем так, да? Вот, но тем не менее, он тоже важен, не надо про него забывать, и на него тоже надо ориентироваться в сумме со всеми остальными моментами. Так что веб-эксцесс и скопс – это такой, в принципе, важный момент. То есть, как бы, нас, научных сотрудников, сейчас ориентируют только на это. То есть, если вы нечто напечатали, что не вошло в веб-эксцесс и скопс, скорее всего, нечто такое не очень качественно сделано. То есть, все, что качественно, попадает в веб-эксцесс. То есть, сюда отправляют, они проверяют, и потом решают, типа, выставлять или нет? Ну, грубо говоря, смотрят, насколько эта научная работа качественная, скажем так. Ну, и, собственно, когда оценивают качество, говоря, насколько ты хороший ученый, то есть такое понятие, как индекс Хирша, который по специальной математической формуле выводится как раз из того, сколько раз твои статьи цитировали. На самом деле индекс Хирша, кстати, это максимальное, Но, в общем, если ты возьмешь каждую статью и расположишь по оси X, а потом по оси Y расположишь количество цитируемости каждой статей, то твой индекс Хирша это сторона квадрата, которую можно вписать. То есть получается, что твой индекс Хирша считается по статье с минимальной цитируемостью. Минимально, поняла, да? То есть нужно рисовать воображаемый квадрат. Сторона квадрата будет индекс Хирша. Можно сказать даже проще, если ваш индекс цитирования H, да, то вы имеете не менее H статей, каждая из которых получила не менее чем H цитирования. То есть, грубо говоря, если вы написали 100 статей, да, и каждый получил всего одно цитирование, у вас будет индекс Хирша. Один. Mm-hmm. Да, потому что у вас есть всего одна статья, которая получила не менее чем одно цитирование. Потому что все ваши статьи получили всего одно цитирование. И наоборот, если вы написали одну статью, да, и она получила 100 цитирований, у вас индекс Хирша будет все равно один. Да, потому что у вас всего есть одна статья, которая не менее чем одно цитирование. А если вы написали 50 статей, и каждая из этих статей из 50 имеет не менее чем 50 цитирований, у вас будет индекс Хирша 50. Да, то есть, грубо говоря, надо это на самом деле такой очень хороший показатель, вообще говоря, он оценит именно вашу продуктивность. Да? Надо писать, грубо говоря, достаточно большое количество таких средних статей, которые будут достаточно много кому интересны. Да? Ну, собственно, именно поэтому сейчас в научном сообществе неоднозначное отношение к индексу Хирша, и если раньше он считался однозначным показателем того, насколько ты хороший ученый, то есть высокий Хирш, высокий индекс Хирша, ты хороший ученый, то сейчас именно вот за счет вот этой тенденции писать много статей относительно средних, увеличивая вот сторону этого воображаемого квадрата, увеличивая свой Хирш. Да, я понимаю. Ты понимаешь, что это с Хирша, когда он начинает тебя реально волновать. То есть вот Андрею Александровичу важно какой-нибудь Хирш, мне важно какой-нибудь меня индекс Хирша. Как важно. Да, вот когда тебе становится это важно, ты садишься и понимаешь, как его там высчитывают, что происходит. И так можно просто понять, что действительно, если ты напишешь много средненьких статей, то все равно твой Хирш поднимется. А тут уже большой вопрос. Ты написал много средних статей, но внесли ли они серьезный вклад в науку? И насколько вот этот показатель индекса Хирша действительно отражает то, что ты хороший ученый? Mm-hmm. Вот. Так что сейчас это такое довольно неоднозначное понятие, его считают, то есть это считается таким официальным показателем, который есть у каждого ученого, но уже кто как к нему относится, неоднозначно. То есть есть люди, которые по-прежнему считают, что да, индекс Хирша это очень важно, вот все, у вас высокий Хирш, мы берем вам на работу. И есть люди, которые придерживаются новой точки зрения,
И даже если у вас высокий индекс Хирша, они все равно полезут и посмотрят, какие именно статьи вы писали, насколько они выдающиеся или не выдающиеся. Но это уже такие, знаешь, ну да, вещи, которые нужно начать первый курс. Да, сначала нужно начать, а потом уже... Да, вопрос. Давай. Есть какие-то базы статей по различным научным темам на русском языке, которые доступны всем, и куда можно обратиться за подтверждением каких-то вещей и быть уверенным, что информация достоверна? Давай разобьем на два вопроса. Есть ли базы научных статей? Да, они точно есть. Их можно попробовать прямо прогуглить. Я уверена, что на разных сайтах, вот как я сделала слайд с подборкой психологических баз данных, так наверняка есть хорошие подборки для разных других областей наук, просто я не выносила их на слайд. Собственно, их довольно много, они существуют. Второй вопрос про проверку достоверности, да? То есть как, ну, можешь перечитать еще раз, что я поняла? Куда можно обратиться за подтверждением каких-то вещей и быть уверенной, что информация достоверна? Наверное, информация в статье имеется в виду? Ну, наверное. Окей. Я действительно, вот как говорил Андрей Александрович, если статья серьезная, значительная и однозначно научная, то она попадает в важные базы данных, которые общепринято качественные. Ну, вот те же самые Web of Science или Scopus — это две базы данных по всем областям наук. Если статья попала туда, то она однозначно качественная, достоверная и прошла проверку нескольких рецензентов того журнала, где она была напечатана. И, кроме того, есть такой довольно интересный способ. Есть еще такой ресурс, который называется ResearchGate, то есть как ворота исследования в переводе с английского. И там есть возможность написать конкретному автору статьи и спросить его, что же за статью он написал, может быть, даже попросить прислать полный текст, например, черновой вариант. Ну и таким образом, получив информацию от автора, вы можете быть довольно уверены в том, что он достоверный. Я еще могу добавить про то, что сказала Полина, про Web of Science и Scopus, да, что и Web of Science и Scopus тоже делит свои журналы по качеству, да, там бывает первый квартет, самый качественный журнал, второй, третий, четвертый, да. Грубо говоря, это тоже вообще графин зависит от индекса цитирования, то есть самые лучшие журналы, которые публикуют такие статьи, которые очень сильно цитируются, попадают в более высокие квартеты. Первый или второй, да? То есть, грубо говоря, еще можно дифференцировать вашу статью и посмотреть в журнале, с какого квартала, либо сайта, или скопуса она находится, да? То есть, если это первый или второй квартал, то есть, это действительно очень хороший журнал, тут вопрос, вообще говоря, может, наверное, не возник, действительно, стоит этой статье доверять. Если это статья из журнала четвертого квартала, либо сайта, или скопус, да, тут уже можно немножко подумать, скажем так. Вполне вероятно, что, может быть, действительно, как-то она попала вот в этот журнал, но, может быть, она не очень высокого качества. Да? То есть, в принципе, если вы, соответственно, студент или сотрудник какого-то вуза или института в Москве, скорее всего, ваша организация имеет подписку в Web of Science Scopus, и это можно будет посмотреть. Или там внутри этой системы можно посмотреть, к какому квартию Web of Science Scopus находится тот журнал, где находится интересующая вас статья. Соответственно, вот... и с помощью вот такой технологии оценить возможное качество этой статьи. Но это тоже очень, конечно, примерно. Очень примерно, но тем не менее это можно немножко сориентировать. Ну, можно также добавить такой забавный способ определять, насколько качественный журнал. Это посмотреть на его название. Обычно чем лучше журнал, тем выше он цитируется, тем выше он находится в более верхней квартире Web of Science и Scopus, обычно тем проще он называется. То есть самый известный журнал — это Science, Nature, какие-нибудь Brain или Physiology. То есть они называются буквально одним или словом, или словосочетаниями, потому что это позволяет публиковать в журнале статьи на очень широкие темы, на очень большое количество тем. В то же время довольно часто журналы с очень узкими названиями, например, особенности педагогики детей школьного возраста в Казахстане, можно, да, ну как бы по названию понятно, что это явно довольно странный и очень специфичный и точечный журнал. Но вот здесь нужно быть осторожными, потому что, конечно, встречаются журналы, например, «Молекулярная биология», «Molecular Biology», который входит в высший квартал Web of Science Scopus, он хорошо ассоциируется, он очень важный качество, но можно подумать, если ты не в теме, что это узкий журнал. На самом деле он широкий. То есть всегда нужно проверять, но название тоже можно посмотреть. Еще вопрос? Завершающий, наверное, вопрос. Мы пока не профессиональные психологи, все-таки студенты. Вот. Но, тем не менее, научной деятельностью заниматься, грубо говоря, обязаны. И вот как понять, что
твоя научная деятельность — это не самодеятельность такая, ну, студенческая, не настоящая, а уже что-то, что можно и там на конференцию показать, и тест запустить. Вот, как быть уверенным в качестве того, что ты делаешь? Ну смотри, помнишь, у меня был слайд с тем, как проверить свою идею? В принципе, если твоя идея более-менее соответствует всем признакам на этом слайде, то она уже хорошая, и она уже может претендовать на научность. В принципе, вот смотри, тут довольно сложный момент, потому что на младших курсах довольно часто пишут обзоры, а не проводят какие-то научные исследования. Обзор — это отдельный жанр и написанный по определенным критериям, ну, в данном случае есть, например, специальный список критериев Американской психологической ассоциации, который рассказывает, как, по какой структуре, по какой схеме должен быть написан обзор. Если ты вдруг напишешь обзор по структуре АПА, Американской психологической ассоциации, то уже один такой обзор может быть достойным публикации в каком-то серьезном журнале. Но сразу скажу, это довольно сложно и явно задача не для первого-второго курса, потому что в таких обзорах нужно стараться увидеть картину в целом, оценить разные вклады разных статей, разных ученых, разных исследовательских групп в какой-то один вопрос исследования. Но если ты проводишь какое-то экспериментальное исследование, и ты проводишь его в соответствии со всеми основными принципами научного подхода и применяешь научный метод, то даже если это довольно маленькое исследование, ты уже можешь пытаться писать тезисы и презентовать его на конференции. Просто в плане научного развития, просто как бы своеобразная тренировка. Потому что когда у тебя будет большое исследование, серьезное, уже совсем-совсем научное, то ты уже будешь знать, как это делать. У тебя уже будет опыт презентации работы на конференции. Ну и в принципе, наверное, главная польза всех конференций в том, что ты получаешь обратную связь. То есть так ты сидишь, работаешь, о твоей работе знаешь ты, ну и твой научный руководитель. А если ты приходишь на конференцию и рассказываешь всем, что ты сделал, то тебе задают вопросы. Тебе предлагают какие-то идеи, тебе предлагают сотрудничество. То есть ты можешь расширить свою, казалось бы, маленькую тему до чего-то действительно большего и значительного. Просто сходив на конференцию и рассказав там о том, что ты делаешь. Вот, так что, не знаю, я считаю, что всегда нужно писать тезисы и подаваться, и выступать. Ну, если это действительно что-то достойное, а не совсем непонятно что. Ну, вот именно эту границу, мне кажется, довольно легко отследить. То есть ты обычно понимаешь, ты делаешь какое-то исследование, или ты делаешь вид, что ты делаешь исследование. Спасибо, скажу. Да, Полина, спасибо большое. Действительно, это было очень, мне кажется, интересно и полезное выступление. Действительно, вы показали некоторые такие пути, да, по которым можно развиваться. Вообще, исторически наша кафедра психологии всегда славилась тем, что студенты прям сразу с первого курса включались в конкретную эмпирическую работу, да, участие в конференции во всех других форматах. Но это действительно возможности есть, надо просто этим возможностями пользоваться, да. Вот, и я думаю, все получится, да. У нас в школе психофизиологии, есть группа ВКонтакте, если у вас какие-то возникли вопросы, можете в дальнейшем задавать в этой группе и, соответственно, в дальнейшем вести обсуждение. Можете писать прямо в комментариях под постом анонса лекции, я буду смотреть и стараться на них отвечать. Все, спасибо.